люди были выдающиеся, да? Но тоже, блядь, восстание народа давил, блядь, армии, блядь. Так что все это относительно. Профессор архитектуры Андрей Николаевич Воронихин, уроженец Пермской губернии. А вы говорите, иностранцы. Что написано? Строитель всего храма был профессор архитектуры Андрей Никифорович Воронихин, уроженец Пермской губернии, скончавшийся 21 февраля 1814 года. Пермская губерния, не там, где вы выросли? Нет, Пермь — это Северный Урал. Я Кировская область. А вообще, блядь, дикий край Кировской области. Блядь, самый областной центр, блядь. А, ну да, я же говорю, Слободской был. Нищета, нищетой, блядь. А в области там вообще, блядь, пиздец. Разрушены бараки, блядь. Что там нет, блядь? Лес вырубили, все нахуй. Блин, как красиво, капец. А я когда вечером гулял, мне уже сказал, что он открыт, этот, ну, Казанский собор постоянно. Что-то я вход не мог найти, и ко мне еще подходили, спрашивали, где вход. Я говорю, не знаю. Один, ну, мужик подошел и сказал, говорит, никогда такого не было, чтобы закрыто было. Пойдемте. Пошли.